устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные, займы до зарплаты. С 14 декабря начнется выполнение авиакомпанией Air Aero прямого авиарейса по маршруту Москва-Кызыл. Об этом на аппаратном заседании в правительстве сообщил министр дорожно-транспортного комплекса. Глава региона обратил особое внимание на первоначально пилотный режим выполнения данного рейса, мониторинга его загрузки перевозчиком. Как сообщают все поисковые системы, для приобретения билетов вылет по маршруту Москва-Кызыл состоится 14 декабря из аэропорта Внуково в 23 часа 50 минут. Прибытие в Кызыл в 8 часов 50 минут уже 15 декабря. Время в пути 4 часа 40 минут. Цена билета от 12 тысяч рублей. Рейс будет на воздушном судне «Суперджет Сухой». Вылет из города Кызыла будет осуществляться по вторникам и субботам в 9 часов 50 минут. Кроме того, прямой авиарейс Кызыл-Москва-Кызыл с 14 декабря будет по экономическим тарифам. А вот с 1 марта по 1 декабря 2019 года отдельные категории граждан смогут покупать субсидированные авиабилеты на прямой авиарейс до Москвы всего за 6100 рублей. Это относится к пассажирам до 23 лет, а также к женщинам старше 55 лет и к мужчинам старше 60 лет. Отмечается, что в самолете иркутских авиалиний, который будет выполнять прямой рейс до столицы, 100 посадочных мест. Закон Республики о величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Тыва на 2019 год, который подготовлен Министерством труда и социальной политики, был принят депутатами Верховного Хурала. Отмечается, что из федерального бюджета выплачивается социальная доплата к пенсии, если сумма пенсии не достигает величины прожиточного минимума пенсионера. Проектом федерального закона о федеральном бюджете на 2019 на плановый период 2020 и 2021 годов величина прожиточного минимума пенсионера в целом по России на 2019 год установлена в размере 8846 рублей. Учитывая, что Тува является высокодотационным субъектом страны, предложено величину прожиточного минимума пенсионера в регионе на 2019 год установить на уровне величины прожиточного минимума пенсионера в целом по стране. Социальная доплата пенсионерам полностью будет осуществляться за счет средств Пенсионного фонда России. Бесплатные секции по волейболу и смешанным единоборствам ждут детей, проживающих на левобережных, правобережных дачных обществах и в Авилинском затоне. В спорткомплексе имени Ивана Ярыгина для детей работают секции по волейболу и смешанным единоборствам. С ребятишками работают опытные тренеры Валентина Карасал, Айдыс Сая и Хуреш Сараглар. На занятия к тренеру Валентине Карасал смогут записаться как мальчики, так и девочки в возрасте от 7 лет. Сейчас тренировки посещают 50 детей. Занятия проводятся на бесплатной основе с 8 часов 30 минут до 10 часов, с 15 часов 30 минут до 18 часов по понедельникам, средам и пятницам. Также в вечернее время с 19 часов до 20 часов 30 минут проводятся занятия по смешанным единоборствам, которые ведут также опытные тренеры, ветераны спорта Айдыс Сая и Хуреш Сараглар. Двери зала по смешанным единоборствам открыты для всех детей. Занятия бесплатные. Глава Тувы поручил министру финансов Орлану Достаю выступить с разъяснениями, связанными с повышением минимального размера оплаты труда. Напомним, в Туве с 1 мая 2018 года количество работников бюджетной сферы, которым необходимо было увеличить заработную плату до уровня МРОТ, увеличилось до 16 856 человек. Основными получателями являются обслуживающий персонал, программисты, методисты, юрист-консультанты, начальники хозяйственных отделов, специалисты по кадрам, инженеры по охране труда и другие. Потребность была у нас на 2018 год в общей сумме 2 миллиарда 87. Это тем категориям, которые не дотягивают до 21 тысячи. То есть с учетом решения Конституционного суда о том, что северные районные коэффициенты должны быть начислены. По итогам проведенной работы, Шалом Алиевич, правительством республики с федерального бюджета получены средства в объеме 1,375 млрд. С учетом этого решение принято о перерасчете и принятие решений о минимальном размере оплаты труда на территории республики Тыва с 1 мая. Соответственно, в сентябре
все необходимые документы приняты, и с 1 мая до сентября перерасчет в сентябре и в начале октября выплачен. В связи с повышением МРОТ правительством Тувы проведена работа по выделению дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета. Она составила 1 миллиард 375 миллионов рублей. Пересчет выплат начали с 1 мая 2018 года. И о курсах валют. Доллар стоит 66 рублей 45 копеек, а евро 75 рублей 66 копеек. Куртки и пуховики от 3500 здесь, а Юнкур Сэдди 96. С 23 ноября по 9 декабря на ярмарке Ермак. А Юнкур Сэдди 96. Акция от ТСИ. Заплати вперед и получи Wi-Fi модем бесплатно. Подробнее об акции можно узнать в офисах продаж услуг АО «Тыва-Связь-Информ» или в представительствах компании в Кожунах Республики Тыва. Компания «Вятские меха Белка» вновь в Кызыле. Покупай шубу и участвуй в розыгрыше немецкого автомобиля. Рассрочка до 3 лет без переплаты. С 3 по 10 декабря в ЦУМе. Кто ищет мебель, тот ее находит в магазине «Мебельный рай». Эксклюзивный дизайн, европейское качество, большой выбор современных и классических вариантов, а также готовые интерьерные решения. Все от кухни до гостиной. «Мебельный рай», магистральная 26, торговый центр «Арбан». ТНТ «Кызыл» представляет. Считаешь, что у тебя есть сверхспособности? Тогда новый проект ТНТ «Школа экстрасенсов» для тебя. Пройди кастинг, и, возможно, именно ты попадешь в команду Константина Гицати и Свани Даши. Заходи на сайт и заполняй анкету. «Школа экстрасенсов». Скоро на ТНТ. Компания «Вятские меха Белка» вновь в Кызыле. Покупай шубу и участвуй в розыгрыше немецкого автомобиля. Рассрочка до 3 лет без переплаты. С 3 по 10 декабря в ЦУМе. Кызыл, встречай! Гибоны, лемуры, мартышки, а также туканы и большие попугаи. Ара ждут вас на выставке «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. Подключите услугу высокоскоростного безлимитного интернета и IPTV и получите приставку и роутер бесплатно. Подробнее об акции на сайте www.tuva.ru и по телефону 37070. Этап эстафеты огня 29-й Всемирной зимней универсиады 2019 года прошел 1 декабря в Иркутске. Общая протяженность маршрута в столице Иркутской области – 3600 метров. Огонь по улицам Иркутска пронесли 25 факелоносцев, среди которых олимпийский чемпион по бобслею Алексей Негодайло, серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров по легкой атлетике, победительница Всемирной летней универсиады Ольга Курбан, ректор Иркутского национального исследовательского технического университета Михаил Корняков, руководитель специальных проектов телеканала «Матч ТВ» Максим Том, председатель Иркутского регионального волонтерского центра Анастасия Дубровина, тренер Иркутской детско-юношеской спортивной горнолыжной школы Станислав Ковалев. Огонь зимней универсиады 2019 года доставят в Кызыл уже 18 декабря. В Кызылской городской поликлинике вот уже 4-й месяц функционирует амбулаторный хирургический центр. Оборудован операционный зал, процедурные и перевязочные кабинеты, прием узких специалистов, палата послеоперационного пребывания больных. Идея создания амбулаторного хирургического отделения на базе поликлиники принадлежит главному врачу Кызылской городской поликлиники, талантливому хирургу Далану Калбаку. В 2016 году во время обучения по повышению квалификации в Новосибирске он разработал и защитил специальный проект. Первые хирургические операции начали проводить в сентябре текущего года, после того, как было подготовлено помещение, установлено оборудование, завершены все предварительные процедуры. В числе проведенных такие трудоемкие и тонкие операции на сосудах, как артериовенозная фистула. Проводится также целый ряд хирургических вмешательств, не требующих постоянного врачебного наблюдения и длительного послеоперационного ухода. Операции проводятся утром, в течение дня пациент находится под наблюдением, а к вечеру уже выписывается домой. О непростых отношениях подростка с отцом,
о пути легендарного тувинского артиста к оскароносной роли, о негативном воздействии человека на природу, возвращающегося бумерангом. Раскрывающие эти и другие актуальные темы современности фильмы показали сегодня в Доме народного творчества. Для зрителей представили лучшие фильмы конкурса не только 2018 года. В рамках показа лучших работ ежегодного конкурса прошла и встреча с режиссерами-любителями и актерами. Для увлеченных киновидеотворчеством и тех, кто интересуется производством игровых, анимационных, документальных фильмов, встреча в рамках показа фильмов из фонда ТВ Синема – отличная возможность пополнить багаж знаний, найти единомышленников для реализации своих кинопроектов. В год российского кино в нем приняли участие 17 кинорежиссеров-любителей в 4 номинациях. Анимационные фильмы, документальные, игровые и рекламные ролики. Были продемонстрированы 27 фильмов. Дорогие друзья, я, актриса Галина Данилова, поздравляю всех слушателей и всех сотрудников и работников радиостанции «Голос Азии» с ее юбилеем. Я желаю процветания этой радиостанции. Я желаю прекрасных, чудесных, добрых, светлых новостей. А слушателям желаю найти и услышать на этой волне то, что им хочется, то, что им нравится. Я хочу пожелать всем здоровья и счастья. Всего доброго. Здравствуйте, я Георгий Дронов. От всей души поздравляю радиостанцию «Голос Азии» с прекрасным днем рождения. 10 лет. Это уже практически юбилей. Ну, это, конечно, еще недостойный возраст, но все равно гордиться уже есть чем. Огромное вам спасибо за то, что вы делаете великое дело, поднимая на своей радиостанции и своей радиостанции национальный вопрос, историю национального вопроса и культуру Тувинского края, язык, тувинский язык, обычаи, обряды. Вы делаете очень большое дело. Рассказывайте историю своего народа со своих волн. И пускай волны вашей радиостанции всегда будут легки, ярки и доступны до самых дальних уголков вашей прекрасной родины. С днем рождения! Голос Азии! Ladies and gentlemen, party people, я Пьер Нарсис. Поздравляю вас, Голос Азии, чтобы побольше у вас были слушатели, хорошую музыку. И, конечно, чтобы все ваши сотрудники были всегда здоровыми. Да. Желаю с праздником. Радиостанции «Голос Азии» 10 лет. От всей души я хотел бы поздравить всех сотрудников этого радио с первым большим юбилеем в их жизни. И пожелать дальнейших успехов, развития, чтобы они, как и раньше, продолжали радовать нас всех хорошими песнями и радостными голосами. С днем рождения, ваш Олег Сарыглаз. Дорогие мои любимые «Голос Азии», я вас поздравляю с 10-летним юбилеем. Всегда оставайтесь на позитиве, серфите по волнам радио, мы вас очень-очень любим. Ваша Сайлы Комун. Чего хочет каждая женщина? Быть красивой, модной и роскошно одетой. За окном морозная зима, тогда спешите на знаменитую кировскую выставку «Продажу меховых изделий. Знатные меха», где вы точно сможете утолить свою жажду моды. Да-да, вы не ослышались. Известная и зарекомендовавшая себя ярмарка меха по многочисленным просьбам жителей и гостей города продолжает свою работу в Кызыле до конца декабря в торговый дом «Меридиан». Поэтому, если вы мечтаете о недорогой стильной шубке из натурального качественного меха, вам точно сюда. Ведь цены здесь начинаются, внимание, от 19 тысяч рублей. Тысячи моделей норковых и мутоновых шуб, включая самые трендовые новинки. А шикарные головные уборы впечатлят даже самых искушенных покупателей. Разнообразной цветовой палитрой и широким размерным рядом. От 38 до 70 размера. Что уж говорить, знатные меха знают, чем порадовать. Кстати, совершить покупку на ярмарке «Знатные меха» также по-прежнему просто и легко. Если необходимой суммы наличными нет при себе, вы всегда можете оплатить покупку картой, оформить кредит на оптимальных условиях. Шикарно? Конечно, да.
Быть стильной теперь просто. Выставка меховых изделий «Знатные меха» располагается улица Ленина, дом 50, торговый дом «Меридиан». Ежедневно с 10 утра и до 19 вечера. Нового года самое время задуматься о подарках. И если выбрать мужчине не составит труда, то с подарками для женской натуры еще предстоит погадать. Однако один из вариантов подарка, пожалуй, многие дамы оценят по достоинству – теплая шубка из натурального меха. Для сибирской зимы то, что нужно. А найти такой идеальный зимний подарок можно на выставке меховых изделий компании «Белка». Праздничное настроение не смутят и ценники на зимних одеяниях. Стильная шубка «Автоледи» обойдется в 47 тысяч рублей, а модная шубка «Трансформер» из пудровой норки – в 107 тысяч. Немного дороже обойдется шубка из комбинированного меха, например, куницы и норки, фасона «Летучая мышь». Для изысканных покупателей есть особенные изделия из европейского меха. Шубы из такого меха в коллекциях – большая редкость. Так же, как и изделия из норки-крестовки. Из-за необычного рисунка и сложности его получения шубы из крестовки называют царскими. Кроме норки, на выставке можно приобрести легкие, но теплые шубы из астрагана, а также качественные мутоновые шубки с меховой отделкой из лисы или норки в пределах 30 тысяч рублей. Цены от производителя, никаких накруток. Любое изделие можно купить в рассрочку до 2 лет, без первоначального взноса и переплат. К тому же, купив себе обновку, можно попытать удачу и получить в новом году еще один подарок – автомобиль. Розыгрыш состоится 12 января 2019 года. Так что, мужчины, не упустите шанс сделать приятный и по-настоящему ценный подарок для любимой женщины. Выставка продлится с 3 по 10 декабря в торговом центре ЦУМ на цокольном этаже. Что ни говори, а без теплой верхней одежды не обойтись. Время подготовить свой зимний гардероб. А сделайте это с умом и под любой бюджет можно на ярмарке верхней одежды «Ермак» по адресу улица Оюна Курседи, 96, район 5-й бани. Расположился «Ермак» в районе бани номер 5 на Оюна Курседи, 96. Ассортимент моделей на выставке просто огромный. А еще, помимо невероятного выбора, здесь очень лояльные цены. Богатая цветовая гамма, широкий размерный ряд от 40-х размеров до больших, вплоть до 72-го. И по-настоящему сибирское качество верхней одежды, начиная от фурнитуры и заканчивая наполнителем, устойчивым к суровым морозам. Мы уверены, на ярмарке «Ермак» найдется что-то для себя и сильный пол. Современные удлиненные модели, укороченные куртки с меховой отделкой и без. Оденется каждый. Одним словом, для каждого из членов семьи найдется своя куртка или пуховик. В качестве курточек сомневаться не придется. Проверено. А цена и вовсе станет убедительным аргументом для покупки. Готовьтесь к холодам правильно. Шинапла янзы беру пара анарлых, шинапла чей куртектерлых. Оюна курсиеде тозанал дыже чалап турбис. Выставка «Ермак» в Кызыле продлится с 23 ноября по 9 декабря по адресу Оюна курсиеде 96. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России, от Камчатки до Калининграда. Компания «Отличные наличные» – получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. «Отличные наличные» – ну очень маленькая переплата по займам. По республике переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Местами порывы до 13 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью -32, -34 градуса. Температура воздуха днем -24, -26 градусов. Переплата по займам такая маленькая. Совсем малышка. Отличные наличные, ну очень маленькая переплата по займам. В новом номере еженедельника ТУВА-ТВ Инфо читайте. Вечеринка радио «Голос Азии» в стиле джаз в честь десятилетия. День рождения наш, а подарки вам. Депутаты хотели бы видеть руководителя ТЭЦ или как принимался бюджет Кызыла и Тувы. В Кызыле разрабатывается новый комплексный микрорайон «Горный». Старые дома под снос. Будет ли Кызыл когда-то чистым, без мусора?
зверские убийства пьяных водителей и чем закончилось ночное посещение подростков в салон сотовой связи. И еще много интересного. А также тибетский календарь, погода, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрышей лотереи, ТВ-программы, недвижимость в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявления, то Тува ТВ-Инфо.